Новосибирцы выбрали 125 идей, благодаря которым город изменится к следующему дню рождения. В конкурсе с таким названием завершилось народное голосование. В результате выбрали 25 проектов городского масштаба и по 10 для каждого района. На этой неделе подведут итоги и назовут идеи, которые оказались самыми популярными у горожан и которые воплотят в жизнь до конца июля следующего года. В интернете победителями стали идеи, захватившие лидерство с первых дней голосования. Больше всего голосов собрало предложение по созданию велодорожек в парк города и выделенной велополосы на Красном проспекте. Для подведения итогов суммируют данные интернета и телефонного голосования, а также приплюсуют бюллетени, которые горожане заполняли и опускали в специальные ящики в районных администрациях и ресурсных центрах. Официальные итоги организаторы конкурса планируют объявить в среду. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!